Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим об этом iPhone 6s. Он был куплен на Авито, он не работал, ничего у него не работало, он не включался, не заряжался. В итоге я его сделал. Давайте расскажу, как и что, сколько сейчас такие телефоны стоят на Авито до починки, сколько стоит починка и так далее. Давайте начинать. Поехали! Значит, смотрите, соответственно, телефон, многие сейчас из вас скажут, вот, после ремонта, бла-бла-бла и так далее. Телефон, соответственно, с документами, с чеками, без зарядного устройства, без кабеля. Естественно, сейчас находится в рабочем абсолютно состоянии. А что с ним было? Непосредственно человек мне позвонил, сказал, берешь? Я говорю, беру. Сумма выкупа была небольшая, то есть это до, получается, 2000 рублей, и непонятно, что было с телефоном. У меня есть знакомые мастера, очень большие мои друзья, соответственно, Леш, большой тебе привет. Что я и сделал? Я передал телефончик ему, и он начал это все диагностировать. Вот такая малипуська. Она все плюс. Микросхема у нас со сколом. Ура! Странно, конечно. Видео будут появляться в видеовставке, он снимает, то есть он работает в сервисе, он снимал, что он делал с этим телефоном, какие у него были проблемы. Проблемы были по сети питания, то есть надо было восстанавливать определенную микросхему на плате, ну и также новый АКБ и новый хороший качественный экран. При этом экран у нас не... Конечно, тебе многие скажут, Паша, да какого ты колхозника нашел, да что это такое, экран выкусил, наклейку не приклеил. В 6S-ку наклейку вкладываться вообще никто не будет. Да и экраны, наверное, 90% мастеров не будут вообще этого делать. Ни экраны, ни наклейки, никто ничего не будет заказывать. Давай присоберем, посмотрим, что там есть.
Так, первая короткая старт. Я уже вижу, что все нормально. Сейчас пока не будет. Выключаем. И внимание будет сейчас вот сюда. Помним, да, 0,8. Ну, все отлично. Собираем дальше. Белит, то есть это достаточно хорошая, сочная картинка для такого дисплея, то есть для такого качества по такой стоимости. И что мы получаем по итогу? Естественно, он это у меня все делал со скидочкой. Если вы как обычный пользователь, обычный клиент придете в сервисный центр, то скорее всего вам скажут, что... Так, я все присобрал. Ничего особо сильно интересного. Батарейка новая подкинута. Ибо этого монстра я боюсь. Пиздец. Так, щелкаем. Приготовим кабель. Зарядочка пошла, как видим, все в порядке. И нижняя, третья, 0,9 ампера, все работает. Я сомневаюсь, что все, еще перевернем. Там порядка 6-7,5 тысяч ремонт будет стоить. Такой телефон сейчас на Авито продается от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от, скажем так, амбиций человека, кто его продает. Я, естественно, этот телефон либо оставлю себе, а если не оставлю, то выставлю на Авито, потому что в этом телефоне сейчас прекрасно все. Здесь уже стоит новый аккумулятор, естественно, у него емкость будет показываться 100. Полностью починен, все заряжается, экран и дисплей в оригинале. Touch ID работает, поддерживается до сих пор iOS 14, какая-то там 5.1. То есть телефоном можно без проблем пользоваться, здесь неплохая камера. Ну и, собственно, вот об этом я и хотел с вами поговорить, что если вы умеете заниматься пайкой, потому что модульный ремонт, поменять дисплей, поменять ЭКБ, скорее всего, это несложно. Наверное, смог бы справиться и я. Но все, что касается ремонта более сложного, то есть непосредственно на материнской плате, если нужны какие-то специальные знания, то это уже, наверное, вам придется обратиться. Если у вас есть знакомые, друзья, то это вообще золотая жила. Ну а если...
вы просто так берете и приходите в сервисный центр, то вы отдадите за это деньги. Я считаю, что телефон куплен очень выгодно, ремонт мне обошелся недорого, как вторая трубка или как на продажу на том же Авито, очень все хорошо, потому что человек, по сути, получит хороший качественный телефон, который прослужит ему год, полтора, два, может быть, даже больше. Все зависит от того, что будет происходить дальше с обновлениями операционной системы. Поэтому, если вам интересно получать информацию вот о таких моментах, и чтобы мы рассказывали вам, как происходят сложные ремонты, то обязательно пишите в комментариях, и я обязательно об этом буду рассказывать. Спасибо, что досмотрели. Пиши Дональдак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.